Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Сегодня поедем сдавать троечку на составке. Надо в город съездить просто. Ну и заодно сдадим радиатор, троечку, и хочу взять вариаторы от комбайна. Подогнал я машинку, поставил кран. Сейчас тройку загрузим. У нас такая кучка тройки. И там еще две детальки. Ну плюс диск, ведро с мелочью. Сейчас также по полтиннику накидаем. Сыночек уже почти полтинник нагрузил. Вот тут килограмм на 150 точно нам будет, может, больше. Ну, скоро узнаем. Че, как там успехи? А, записать такой вес. Поедем сегодня на вторчермет. Заодно их проверим еще разок. А прошлая приемка меня разочаровала полностью, как бы дурят они, ну нереально просто. Так что больше я туда ездить не буду. И никому не рекомендую, не советую. Потому что, ну, я сдавал туда больше года. Скорее всего, в общей сложности меня надурили прям нормально. Ну вот появились весы, теперь знаю вес, сколько сдаю. Как-то так, засорчик стояли маленькие, но... По весам дурили хорошо. Ладно, грузим. У нас первый вес 50. 50. Так и пиши 50, там 200 грамм не надо писать. Загрузили второй полтинник. 52 у нас. Тут уже побольше. Ну, тут длинный маленький. Ну, как бы все габарит пока что. Доброе утро, Лен. Все, сейчас выгружаем, загружаем остатку тройки. Вот еще, наверное, пару ванн будет, думаю. Сейчас посмотрим. Загрузили третий вес. 49,6, хотя был 50. Маловато. Ну, короче, полтинник. Итого у нас получается 150 уже, да? Вот 100 килограмм. Выглядит так ни о чем. А по факту сотка. Четвертый полтинник у нас с кучей тройки. Да еще осталось даже маленько. Сейчас соберем все, взвешиваем. Догоню вес, наверное, килограмм до 300. Плюс 5% засора. Интересно мне, сколько сегодня у нас будет по весу. 49,6,5. Ну это фигня. Что мы там плюс-минус, как бы кругля все время в минус. Ну, а, ты забирал просто. Я думал, странно, 50. Все. Загружаем, будет у нас 200 килограмм. Пока 150 только в прицепе. И вот такая вот кучка. Старый умывальник дюралевый. А его так просто не примешь, он будет засором. Металлом создаю. Собрали остатки. 30 килограмм. Ну, еще мелочь, ведро собрали. Сейчас все ведро отдельно взвешиваю. И у нас еще диск. И вон две трубы еще. Ну, одну надо выбивать. Сейчас выбьем еще. Это у нас получается уже будет 230, да, сучка? Вот 200 килограмм, вот такая вот кучка. Трубы я выбил. Вот это сплющенная. А это выбил. Куча грунта. Я потом собираю все, вывожу на помойку. Вот две находки, два сигнала. Это что такое? 19,4. Ты 19 записал, да? Ага, молодец. Все, сейчас получается, взвешиваем ведро, и уже почищенный диск прошла с балку 20 килограмм, да? Вот посмотрим, какая разница будет. Ну и посчитаем, сколько у нас будет вес. Будем, не будем догружать, сейчас посмотрим. Вот ведерко, такое нехилое получилось. Ну тут еще килограмм минус будет, будет 21 записано, что минус килограмм ведро еще будет. 272, все. Вообще нормально. Сейчас еще диск загрузим. Ну и посмотрим,
Можешь вариатор еще закину какой-нибудь. Уже 272. 272? Жалко вариатор грузить, ну ладно. Повезем тогда то, что есть. Сейчас еще диск загрузим. Подцепили диск. Очищенный полностью, весит он 19 килограмм. 291 у нас, да? Блин, надо что-нибудь еще закинуть, наверное. Хотя так поедем. Итак, что телегу перегружать? Почти 300 килограмм. А, 291, да? А в прошлый раз было 385. Было 461, стало 385. Нормально. Так, ну все. Отцепляй. 291 килограмм мы загрузили. Не стал догружать нормальный металл. Ну, в смысле, литье у меня там есть, хороший металл. Не будем. И получается у нас 37 килограмм латуни. Тоже сейчас поедем на приемочку. Все. Продолжу ролик на приемке. Так, доедем. Все, вернулись мы домой. Сейчас покажу чекчик. Сдали все отлично, все хорошо. На обратном пути привез горбуля еще. Опилок, опилки выгрузил, горбуль остался. Сейчас лего цеплю, потому как у нас погода портится. Будет сейчас дождь скоростильный. Машину пока в гараж беру, попозже горбуль выгружу. Вот у нас черный металл. Что-то я вес не вижу. А, вес у нас 286 килограмм. А, по 16 получается 80. Вот 286, 16, 80. На 4800 получается. И радиатор подсох, видать, я, когда грузил, он был мокрый. Вышел на 35 килограмм на латуни. Так, вот он у нас. Лом алюминия. А, там заварничек был. И вот радиатор получается. На 13475 вышел радиатор. Он даже чайник у нас это умывальник был. Даже его посчитали. Все, отцепляю телегу. Начинается дождик, уже он капает. Все, друзья. Всем добра, всем пока. До встречи на Копе. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен.